Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядіть у гэтым выпуску. Прыпяцкае Палесе у цэнтры ўвагі прэзідэнта. Александр Лукашэнка сёння працягнуў рабочую паездку ў Гомельскую вобласць. Акцыя «Чысты вадаём» праходзіць у Беларусі. Мэта дабрачыннага мерапрыемства – правядзенне ў парадак берагоў азёр, рэк і вадасховішчаў. Домікі для птушак і новыя дрэвы. Сёння экалагічны суботнік прайшоў у Прыбарскім лясніцтве. Вялікі хакей у Жлобіне. Нацыянальная зборная Беларусі сустрэлася з камандай Нарвегіі. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сёння працягнуў рабочую паездку ў Гомельскую вобласць. Ён правёў нараду ў жыткавіцкім райвыканкаме. Дадзены канкрэтныя даручэнні па рабоце сельскагаспадарчых і прамысловых прадпрыемстваў раёна. Абмяркоўваліся таксама пытанні развіцця Петрыкаўшчыны. Кіраўнік дзяржавы даручыў за год добраўпарадкаваць райцэнтр і развіваць тут жыллёвае будаўніцтва. Гаворка ішла таксама пра пазыковую нагрузку і развіццё прадпрымальніцкай ініцыятывы. Асобна прэзідэнт падкрэсліў недапушчальнасць фактаў браканьерства і карупцыі. Зроблены акцэнты на дысцыпліну на прадпрыемствах. Яна будзе значна больш жорсткай. У цэлым Александр Лукашэнка адзначыў, што жыхары Беларусі здольныя зрабіць сваю краіну сапраўды квітнеючым краем. Аднак для гэтага неабходна прыкладаць намаганні і падтрымліваць выканальніцкую дысцыпліну. Нагадаем, візіт кіраўніка дзяржавы на Гомельшчыну распачаўся напярэдадні. Прэзідэнт ацаніў стан аварыйнага моста праз Прыпяць і арганізацыю руху праз раку. Таксама Александр Лукашэнка наведаў тураўскі малочны камбінат. Настасія Кучынская раскажа больш падрабязна. Рабочую паездку ў Гомельскую вобласць кіраўнік дзяржавы пачынае з самай гарачай кропкі. Ужо колькі месяцаў уся краіна праз СМІ назірае за тым, як жыхары Жыткаўшчыны перапраўляюцца праз раку. Узімку на стацыянарным мосце з'явілася расколіна. З таго часу пераправа з берагу на бераг стала падобнай да прыгоды. Стан аварыйнага моста прэзідэнт ацаніў з паветра, а ўжо на зямлі кіраўніку дзяржавы далажылі аб тым, як арганізавана пераправа пасажыраў і грузаў. Зараз тут адначасова працуюць паром і пантонны мост. Паром у асноўным перавозе вялікагрузы. Астатнія аўтамабілі прапускаюцца па пантоне. Ім ужо скарысталіся больш за 50 тысяч адзінак тэхнікі. Што тычыцца рэканструкцыі моста, прэзідэнту падрабязна распавялі о праекце. Ён прайшоў экспертызу, распрацаваны і зацверджаны графік работ. З варонежскім вытворцам заключаны дагавор на пастаўку металічнай пралётнай пабудовы. Раней Александр Лукашэнка ўжо казаў, што трэба пабудаваць мост да 7 лістапада. Зараз удакладняе, мост павінен адпавядаць самым высокім стандартам. Важнасць высокая этого моста, значит, мост надо делать хороший. Да. Не в том плане, что прочный. Тут нам поскупиться нельзя. Абсолютно. Но пожалеем верно. Миллион другой и получим то ли узкий, то ли еще что-то. Поэтому надо делать капитальный мост, прочный мост. І по ширине достатньо. Абсолютно верно. Акрамя аварыйнага моста праз Прыпяць у Жыткавіцкім раёне ў Беларусі яшчэ 4 ідэнтычных моста, але ёсць і каля 20 падобных. Многія з іх таксама патрабуюць абслугоўвання або рэканструкцыі. Мы с вами договорились. Этот мост мы должны сдать к дню Великой Октябрьской революции, как у нас принято. Ну, подарок народу надо, фалюшуки бедные не должны мы к этому страдать. Все работы надо выполнить. Что касается второго вопроса, перспективы, как мы договорились, вы исследуете остальные подобные мосты и вносите предложение по очередности их или замены, или реконструкции. Следующий это Гомельский. И ставьте задачу, чтобы этот завод начал изготовление Гомельского моста. Так само Александр Лукашенко наведал Туровский молочный комбинат. Это предприемство начало працавать 5 годов тому. Зараз яно дае 3/4 агульного объема промысловой вытворчасти Жыткавіцкага района. Тут президент Беларуси доручил проанализовать усе молокоопрацоўчыя предприемства по трех категориях. Якую зарплату яны платят работникам, по якім кошце закупаюць сыравіну, якія плацяць адлічэнні ў бюджэт. Адстаючыя вытворчасці трэба або закрыць, або мадэрнізаваць, каб яны давалі глыбокую перапрацоўку прадукцыі. Настасія Кучынская пры падтрымцы АТН. Працягваем выпуск. Навесці парадак на рэках і азёрах. Менавіта такая задача пастаўлена перад удзельнікамі рэспубліканскай акцыі «Чысты вадаём». У гэтым годзе яна праводзіцца ў 4-ты раз. На Стараруднёўскі стары ксожа ў Гомельскім раёне выехаў наш корэспандэнт Алег Сенцероў.
Для жыхароў Беларусі беларуская прырода, напэўна, самая прыгожая. Рака, соніка, птушкі спяваюць. Усё было б вельмі добра, калі б не адно але. Смецця па берагах, прычым не толькі прыроднага паходжання. 4 гады правядзення акцыі прыносіць станоўчыя вынікі. Смецця на берагах вадаёмаў становіцца менш. Хоць поўнасцю вырашыць гэтую экалагічную праблему пакуль не атрымалася, пасля адпачынку людзі ўсё яшчэ пакідаюць на берагах пластыкавыя пакеты і бутэлькі, шклопосуд і нават адзенне з абуткам. Асабліва неспрыяльная сітуацыя на тэрыторыях, якія не маюць статус афіцыйных месцаў адпачынку, хоць і там парушэнні таксама сустракаюцца. В асноўным в рамках абследавання выяўляюцца такія нарушэнні, як стаянка автотранспартнага средства бліжэй 30 метраў ад ураза вады. И отходы люди оставляют вблизи тоже водного объекта в прибрежных полосах, несмотря на то, что контейнеры установлены на этих зонах отдыха. Разом с тем, створение зон отпочинку на сегодня самый эффективный метод контролю за ситуацией на берегах водоемов. Летость на Гомельщине таких зон было крыху больше 50. Кочатковое решение по этом году еще не принято. Хоть все погоджаются, на в область 5 десятков добропорядкованных мест отпочинку явно недостатково. Есть, конечно, вот определенные задумки с тем, чтобы увеличить количество таких мест отдыха, но это требует определенных финансовых затрат. Значит, есть у нас проекты разработки, это и в самом городе Гомеле. Организатор акции «Чистый водоем» – Белорусское товариство паляўнічых и рыбаловов. Сярод сегодняшних доброхотных помощников – экологи, супрацовники следчага комитета и инспекции по ахове растлинного и живельного свету, школьники. Хоть для того, как навести парадок на водоеме, не обовязково выезжать за десятки километров. Добрую справу можно зарабить и побач с домом. Недавно ко мне обратились жители 104-го нашего микрорайона с просьбой оказать содействие в вывозе мусора, который они сами убрали на берегу озера. То есть акция идет, акция живет, и люди становятся более сознательными в этом отношении. Позитив этой акции налицо. Республиканская акция «Чистый водоем» протягнется до 4 мая. Хоть наведение парадку на берегах водоема будет проходить и далее. При этом смети при махчимости сбирается по особку. У одни пакеты пластик, у иншее шкло. Собранное на Старорудневском сырыку амаль 500 килограммов отходов станут сыровиной для вытворчества корыстных речев. Хоть только очистка берегов акция на этот раз не обмежевывается. «Чистый водоем» повинен быть чистым во всех относинах. После завершения сбора смети экологи проводят еще и природоохранный рейд. Его затримання браконьера, якому тепер погрожає штраф от 20 базових величинь. Заборонена сетка знищається на місці. Після вертання екологи означають, випадки браконьєрства на Гомельщині масовими уже не заявляються, але і рідким їх назвати поколь нельзя. Намного снизилось количество таких виявлених нарушений. Фактически, це единицы на протяжении многих десятков километров реки. Но вместе с тем, отдельные отчаянные люди еще имеются, которые устанавливают данные сети, несмотря на очень суровую ответственность за данное нарушение. Олег Сентеров, Евген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель». Сёння ва ўрочышчы прыбарскага лясніцтва супрацоўнікі гомельскага ўправлення магістральных газаправодаў правялі экалагічны суботнік. Мерапрыемства па традыцыі праходзіла ў рамках маштабнай акцыі «Зялёная вясна», якую арганізуе адкрытае акцыянернае таварыства «Газпрам Трансгаз Беларусь» па ўсёй краіне. Гамельчане сёлета вырашылі выйсці на пасадку леса, а разам з тымі ўсталяваць птушкам домікі. З падрабязнасцямі Яўгенія Кухаронак. План до посадки – 10 тысяч саджанцев бярозы и сосны. Працовный десант у складе 60 человек отрымовывая указания. На экологичный субботник запросили так само и детей, супрацовников Гомельского управления магистральных газопроводов. Разом с батьками яны приступают до посадки, их имкнение можно ставить у приклад. Хутка саджанцы занимают свое место под солнцем, а юнаки тем часом становятся на крок ближе до статуса сапраўдный мужчина. Они взрослые, и они понимают, как работать правильно. Да. Мы тоже хорошо работаем. Эти детки смогут уже через 7 лет прийти, пройтись по своему молодняку, посмотреть, что они создали. Вот даже, возможно, появятся какие-нибудь там цветы здесь. Параллельно с высадкой саджанцев на высокие древы леса усталевываются синичники. 30 птушиных домиков выдало прыбарское лясництво. На наступный год усеяны будут новоселами. Махчима и сёлета нехта вырашить занять новобудовлю. Все с таким энтузиазмом участвуют. Проводится это уже на протяжении 5-6 лет акция. Будет проводиться и дальше. Вот. С каждым годом людей все становится больше и больше. К сожалению, всех не можем удовлетворить ввиду того, что
Есть и производство основное, которое нужно уделять огромное внимание. Наприкінці екологічного суботника для його юних удільників провели майстер-клас по правилах пожаротушення. Школьники навіть поспробували скористатися вогнетушителем под наглядом дорослих. Екологічний суботник пройшов по-справдному корисно і продуктивно. Євгенія Кухаронок, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія «Гомель». Про великие достижения у профессии на английской мове. Другий межвузовский конкурс навучальных проектов прошел у Гомельском державном университете имя Франциска Скорины. Удел приняли 12 студентов 6 ВНУ региона, для яких замежная мова не является основным предметом. У своих конкурсных работах они рассказывали про достижения у разных сферах профессийной деятельности. Это, например, экономика, промысловость и теплоэнергетика, мытная справа, информационные технологии и навод психиатрия. Интеллектуальное споборництво включало два туры – презентацию проекта и выполнение творчего задания. Иностранные языки – это всегда перспективное и актуальное направление. Подобная уникальность данного проекта заключается в том, что он дает возможность студентам именно не языковых специальностей изучать английский язык. Кроме того, подобные мероприятия повышают студенческую мобильность. Студенты получают возможность посетить другие вузы, завести новые знакомства для последующего обмена информацией. Также мы очень рады и благодарны, что почетное жюри конкурса, представленное преподавателями английского языка всех высших учебных заведений города Гомеля, а также представителям Россотрудничества в городе Гомеле. Лепшими стали двое студентов. Представник ГДТУ имя Сухого Владимир Антоненко с проектом про распрацовщиков у гульнявой индустрии и Марина Караваева с ГДУ имя Франциска Скорины. Яна подрихтовала презентацию про штучный интеллект. Организаторы сподяются, что мероприемство даст стимул студентам у вывучения английской мовы. Казка про маленькую бабулю. У Гомельском державном театре «Лялек» отбылась премьера спектакля. Ён поставлены молодым режиссером, студенткой Белорусской державной академии мастерств Анастасией Лаптинской. У спектакля задейничано шмат маляўничих декораций, костюмов и, безумоўно, лялек. У центра уваги працавитая маленькая бабуля, на лёс якой выпадая немало прыгод. Сценичное деяние дополняя гармоничное музычное сопровождение, а так само видовищные гуковые и светловые эффекты. Постановка будет цікавая детям молодшего школьного взросту. До речи, в ближайший час юных глядачу у Гомельского державного театра «Лялек» чекает премьерный спектакль «Не дитячие гульни» по романе «Уладар Мух» знакомитого английского письменника Уильяма Голдинга. Постановка различена на подлетковую аудиторию. Премьерный показ отбудется 17 мая. Сама история очень интересна, и я думаю, что она востребована, потому что тема очень важная о том, откуда возникают все-таки жестокости, откуда возникают эти первобытные какие-то эмоции и чувства. Ну, я надеюсь, что удастся этот спектакль. Посмотрим реакцию зрителей, посмотрим, как они будут его воспринимать. Так само на сцене Гомельского державного театра «Лялек» запланованы премьерные спектакли «Маленький Николя» и «Мафусаил». Юные глядачи их смогут увидеть под час летних каникулов. Завтра у Гомелі отбудется фестиваль вуличной ежи и напоев. Гастрофест разгорнется на пляцовце каля медуниверситета. У скверы по улицах Белецкого и Ланге будут организованы и разные зоны отпочинку. У приватности тут можно будет поудельничать у кулинарных майстер-классах и наведать лекции по здоровым харчаванням. Смачный фестиваль будет працевать с 12 до 22 годин. И об спорте. Великий хоккей напередодні завітав у Жлобин. Национальная сборная Беларуси, якая зараз рыхтуется до чемпионату света, у рамках Евровыклику сустракалася с командой Норвегии. У городе Металлургов хоккей любят и разумеют, а тому разлік организаторов справдился. Трибуны Лядового палаца были полные. Максим Савин с подробязностями. У перапынку помеж першим и другим периодами отбылася приемная для гомельских болельщиков процедура. Старшиня Белорусской Федерации хоккея Семен Шапіра уручив символічну узнагороду хокейному клубу «Гомель», який став переможцем республіканського турніру «Розвиття». Споборництво проходило паралельно з рішаючими матчами чемпіонату країни у екстралізі. За призом вийшли директор клуба Віталій Усович і головний тренер команди екстралігі Олег Хмель. Що тичиться гульні, то до гэтага моменту білоруси заступали 0-1. На самом старті поєдинку, витримавши 2 хвилини у меншості, подначаленные Дейва Льюіса пропустили амаль одразу, як состави подравнялися. Білоруси з
больш няўдала згулялі перад сваімі варотамі. Такой магчымасцю сапернік скарыстаўся. Трапны кідок на рахунку Томаса Олсена. У другім перыядзе гульцы нарвежскай зборнай 5 разоў адпраўляліся на лаўку аштрафаваных, аднак беларусы скарыстацца колькаснай перавагай не здолелі. Што не атрымалася ў другім, яны зрабілі ў трэцім. Шар Лінглі абвёў шайбу вакол Ларса Хаугена і паклаў яе ў вароты 1-1. Гол пайшоў на карысць беларусам. У атацы яны сталі дзейнічаць больш востра, аднак развіць поспех хутка не атрымалася. На упэўненасць нарвежцы вярнулі сабе праз 10 хвілін, рэалізаваўшы большасць. Стэфан Эспіланд вывеў гасцей наперад. Беларусы арганізавалі на апошніх хвілінах штурм варот Хаугена. Аднак да галявога кідка справа не дайшла. 1-2 беларус саступае. Это был матч равных соперников, в ходе которого нам пришлось слишком много обороняться в меньшинстве. Шансов воспользоваться этим у хозяев было достаточно, но Хауген в наших воротах отработал просто великолепно. Тяжелая игра. Вратарь гостей отработал здорово. Единственный наш гол стал результатом случайной ошибки соперника. Так что победа норвежцев заслужена. Все последние наши матчи похожи. Мы неизменно близки к победе, при том, что ни в одной игре не можем считаться фаворитами. Побеждать можем только за счет четких и слаженных командных действий. Обычно для успеха нам чуть-чуть этого не хватает. Сегодня тоже. Сёння каманды Беларусі і Нарвегіі зноў згуляюць паміж сабой у Бабруйску. Гэты паядынак апошні для беларускай зборнай перад чэмпіянатам свету, які пачынаецца 4 мая ў Даніі. Максім Савін, Ігар Марышынка, тэлерадыёкампанія «Гомель». Завтра у Гомеля отбудется открытие велосезона. У 11 годин организованная колонна почне рух от медуниверситета в сопровождении супрацовников ДАИ. Велопробег пройдет по Советской, Фядюнинского, Свиридова, Чачерской и по усходнем обыходе. Финиш на Лядовом палаце. Агульная протяглость дистанции 18 километров. У Беларуси на святочные выходные усталюется по-сапраўднаму летнее надворье. Температура по ветру у сярэднім будет вышэйшая за норму. Ближайшей ночью чакается до 8 тепла, у неделю в день по ветру прогреется до 23 с плюсом. У понеделок и авторок будет ясно, слупки термометров покажут 12-14 градусов у ночи и до 24 у день. Теплое надворье заховается до конца наступного тыдня. Правда, у другой его полове прыдуть дожди и навальницы. Гэта, а так само іншие новины вы можете знайсці на нашем сайте в интернете по адресе www.tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершены. Плённых вам выходных дзён и до новых встреч в эфире.